приветствовать на нашем ежегодном мероприятии, посвященном информационным технологиям. Традиционно мы начинаем именно с наших прошлогодних успехов, проектов. Моя основная специализация в рамках компании – это ОСУГО. Достаточно интересно, неплохо организовано. Есть проекты и решения, которые здесь можно прояснить. Поэтому я здесь на конференции, потому что мы постоянно находимся в поиске чего-то нового, перспективного. Смотрим завтрашний день с оптимизмом. В этом мероприятии мы участвуем второй раз. Второй год подряд. Мероприятие проходит на высочайшем уровне. Могу поставить только положительные оценки и организации, и как проходит, и фидбэку, который идет от наших заказчиков по этому мероприятию. Очень классное мероприятие, мне все понравилось. Встретил действительно профессионала своего дела. Очень приятно было видеть грамотных специалистов. И вот Ланит, интересные решения от аэродиска. Прикольные достаточно технологии от вендоров видеонаблюдения, Hikvision. Ну, все прекрасно. На этом мероприятии первый раз. Очень интересно, познавательно, расширяет кругозор. Смотрим, какие тенденции есть на рынке. Я думаю, все это пригодится в дальнейшей работе. И мне очень понравилась организация, гости, настроение. Оно перекликается, во-первых, с выходными. Сразу видно, что люди отдыхают, да? Видно, что и организация к этому располагает, и место, в котором мы находимся. Но между тем, слово «конференция», оно говорит о том, что все собраны, сконцентрированы на решении определенных задач. Надеюсь, что общими усилиями мы разработаем такие решения под каждого здесь присутствующего участника.